ходе своей первой пресс-конференции Игорь Меньшов дал комментарий по перспективе развития спорта в Забайкалье, обозначив основные задачи для министерства. Развитие массовой физической культуры и спорта. Второе – это развитие массового спорта. И третье – это развитие спорта высших достижений. Строительство новых спортивных объектов во всех муниципальных районах, подчеркнул новый министр, станет приоритетным направлением в работе. В следующем году планируется построить 4 плавательных бассейна – в Петровск-Забайкальском, в Борзе, Шерловой горе и в Забайкальске. Также рассматривается вопрос о возведении нового бассейна в Краснокаменске. А жители Шерловой горы уже в следующем году смогут погонять футбольный мяч по новому полю. Юлия Тимошенко, Анастасия Удовиченко, Сергей Миртов. Время новостей. То же самое на будущее.